Всем привет! Привет, Ютуб! Солнечный. Попробуем. Карлан накупил бензина. Наверное, будет резать траву. Заехал в магазин. Кто мне звонит? Сестричка. Мы что-то разговариваем. Наверное, номером ошиблась. Какая жара, блин. А что он купил, я ему понятно. Боже, компрата там. Кузен. И Наталья пометила бензин. А, для бензина. Штучка такая. Фу, как жарко. Лавано le macchine questi dia. Cioè il posto per lavarla è. Ну там такая очередь машины, по-моему, вообще. Ой, шапка вообще супер, класс, бомба. Вообще просто. Нет. Мне нравится. Ой. Все. Набрали вина, пиво, вкусняшек и домой. И сейчас едем, он, о, ты меня выгнала из дома. И вот это вот все время я слушаю одно и то же. Я говорю, ну такой период. Значит, такой период был дан для того, чтобы кто-то что-то понял. Я говорю, ну ты же ничего не понял. Он работает, ой, не спадает жара. Мальчики, машем флажками. Слушайте, знаете что? Иногда нужно расслабляться. Понимаю, что это не эстетично, но иногда нужно расслабляться, и нужно. Кто-то этого не показывает, стесняется, но расслабляется. Я это показываю. Все, мне не интересует. Нужно как-то отдыхать от всего, от суматохи, от проблем. А как? Сколько мне написала девочек в Инстаграм, говорит, Марина, у меня этот месяц июнь, прям вот подробно расписывали историю, говорит, у меня этот месяц вообще просто, вот так вот. Говорит, я тоже смотрю Анжелу Перлу, такой вот, городскоп. Я говорю, ну там на июле еще тот городскоп у нас. Столько людей написала, говорит, какой тяжелый месяц, прям вот эмоционально тяжелый месяц. Ну а что мне? А что мне стыдиться? Ну вот такая я. Ну вот такая, знаешь. Что со мной сделаешь? Ничего. Почему я должна. Вообще, почему каждый человек должен себя стесняться? Вы такие, какие вы есть. Это гормоны, это сперматозоиды. Вы в этом не виноваты. В этом виноваты. Любой поступок, который вы делаете, виноват сперматозоид. Все. Ну, ничего не знаю. Набирает бензин для чтобы покосить траву. Эско, però apri la porta lì, non stare caldo, eh. Бензин. Для фото. Бензин, а не газовый. Да, senza ventilatore, dai. Ormai. E dove deve entrare? Oh, ora perdi mezz'ora, dai, Carlo. Anche te, no, non è uguale. На бензинной машине еще более 100, э? Ага, я с бензином здесь не хочу сидеть. Ага. Но не пачу кацу ненте. Мадонна. Ма си фа домани. Домани, тарди. Пошел в обе. Сейчас будет 3 часа там ходить. 3 часа. Ну, я дверь открыла. Ой. Маски. В этих масках. С 28-го снимают маски по городу. В общественных местах масках. А так без масок.
по городу будет без масок, а если, наверное, входишь в магазин в масках. О, идут, идут, никого нет, они идут в масках. Мне просто жалко людей, которые едут на велосипеде, идут с коляской. Ладно, ты с коляской, еще и в коляске, там этот 5-летний ребенок, он тоже в маске. Дышите, спустите хотя бы на нос. Ужас. Настолько люди зафиксировались на этих масках. Я понимаю, да, я понимаю, что это нужно. Ребят, ну, блин, как-то дышите, если есть возможность, как-то хитрите. Я не говорю там дышать в метро, да, там, или там, дай бог, в больнице там кто-то сдает анализы. Я не говорю. Но на улице, когда вы один, дышите, бляха-муха, дышите. Сегодня дышите, зато не жизнь настолько вообще, не знаю, что говорить даже. Майкл, Байкал. Маски, маски. Едет один в машине, плюс 40 на улице, едет в маске. Чё ехать в маске? Что-то будет полчаса. Блин, начинает вонять бензином. Сейчас будет полчаса там ходить. Мы хотели поехать в бассейн сегодня, кстати. Жарко. Я сейчас приеду, мое главное дело это постирать ковер. Постирать ковер, чтобы он высох, и я его увезу. Там правильно девушки писали в комментариях, что Марина, он у вас уже выцвел. Я надеюсь, нет. Я вообще, когда первый раз его увидела висящим, я его повесила, чтобы собаки ногу не подняли, на него не сыканули. Я подумала, что он постиранный, насколько он чистый. То есть, в принципе, он чистый ковер. Нет, сегодня я берусь, я сегодня его мылю, чищу и вывешиваю. И завтра забираю домой. По-любому. В масках. В машине, в масках. Вот люди выходят вдвоем, вдвоем едут. То есть, если сексом занимаются они, то это нормально, а вдвоем, без масок. А в машине они в масках. Это просто. Вообще. И вот тоже идут в масках. Прям вирус прям с деревьев летит. Этот вирус прям с деревьев налетел. В книгах потом напишут. Эпидемия прям. Смотрела вчера ролик на Ютубе, где в России говорили, мы не хотим вакцинироваться. Ну, молодежь. Кто-то не верит, кто-то так просто говорил. Говорит, мы не хотим. Мы не хотим, вакцина не испытана. Байкал. Карло говорит, 300 евро. Como se llama? Это бомба. Он говорит, это бомбическая. Классно. Como se llama, Карло? Блядь. Карло. О, блядь. Ай, блядь. Господи, господи. Давай, бедная собака, ему жарко. Давай, давай, мужчина. Ой, господи. Тяганье, бляха-муха. Нет, я пошел покупать вентилятор. Полчаса. Но он медленный, вообще сам по себе медленный стал. Вообще. Медленный сперматозоид. Сушит уже, воды хочу. А что, нет воды здесь у меня? Странно. Берешь вода. Сейчас я проверю. Аккуратно. Конечно, Марина Владимировна. Была ж вода. Тачку повез. Давай, на бабурку в Запорожье отвези эту тачку. Сори.
Опять пошел с тачкой. Тут ты что, гуляешь с этой тачкой? Не-не, это не для моего склада ума. Пошел с тачкой туда, вернулся и опять пошел сюда. Зачем ты эту тачку катаешь? €300 кондишнал вообще. Есть деньги, есть. Ай, горячо. На себя денег нет, 30 евро, а на кондишнал есть €300. Он говорит, оно зимой будет тепло. Еще, я говорю, тебе нужно дом искать другой. Дом сырой. Не, говорит, нет. У меня, говорит, только из-за того, что у меня такой сад большой для собак, вот я не поменяю. Идет, господи. Давай. Санцу-панцу, бля. Perché hai buttata sulla terra? Non potevi buttare qua, poi in casa si buttava. Non la posso buttare qua. C'è il mio nome, cognome, cose. Oh, caldo. Madonna, stanotte ti faccio morire di freddo. Ma più di vento, se no fa sì. Aspetta, due minuti mentre ti cammina la macchina. Машина едет, хоть две минуты. Карло, questo cappello te le prenderò. Bellissimo. No, questo l'ho preso io, cosa mi prendo? Bellissimo. Ora avevo delle capelli a zero. Классный, тот самый, классная шапка. Bellissimo. Se lo volevi te lo pigliavo. Guarda che respira, che è naturale. Ma tanto tempo che lo metti. Madonna. Riflessioni e via via per noi era la sportiva. Andiamo cerchiamo di capirne. Fermo te e sta buono perché sennò sono stati qui. Fermo. Вроде ковер нормальный, девочки, вроде он не выцвел. Я постараюсь. Куда? Давай. Ой, поридре, варда. Belli però questi pantaloni bianchi. Класні штани. Ой, одно і то же. Приїжджаєш, трава не поглажена, не підстрижена. Такой смешно в этой шляпе. Раньше была такая красивая задница, спортивная, накачанная. А теперь, видно, живот вырос, и весь зад ушел в живот. И практически, как я, висячая, приплюснутая задница. У меня же тоже зад был нормальный, когда, ну, как маленькая, я всегда была маленькая, миниатюрная, а, вот. Нормальный у меня зад был. А?
Давай, давай, давай. Давай, камини интанто, финиско. Шу. Доигрался. Довыделывался. Наморозила. Лимончелло, господи. И шо? Ой, башка будет болеть. Ну не надо. Надо расслабиться. Вообще такой месяц, капец просто. Месяц очень тяжелый. Я не знаю, как у вас, девочки.